Всем привет! Короче говоря, вот и вторая часть моего видео, продолжение обзора моего патриота. У зрителей возник ряд вопросов, на которые я сейчас буду отвечать. И первое, что скажу, за месяц пользования, почти месяц пользования, возникли ряд нюансов, которые я еще пока не знаю, но я надеюсь, что со временем, с пробегом это все утрясется. Первое мое негодование, которое у меня произошло, это дверь. Я не знаю почему, но она у меня перестала открываться. То ли что-то замерзло, вода попала, я не могу. И с той стороны, и с той стороны все двери открываются нормально, а эта дверь просто перестала открываться. С чем это связано, не знаю. Есть шанс, что у меня все-таки там попала где-то вода в резинке и замерзла. Надо будет заехать на теплую парковку. Я выбрал один торговый центр, где можно спуститься вниз и, в принципе, на час постоять, может быть, два, может быть, откроется. В остальном, все вроде бы еще хорошо. Ах, какая машина. Продолжаем. Второе, что меня начинает заставлять задуматься, это момент, когда ты переключаешь с первой скорости на вторую, происходит такой сзади такой стук ощущение, что кардан, он то ли люфтит, что ли такой тук-тук-тук-тук, как будто вот, люфт какой-то есть. Это крайне редко, когда именно с первую на вторую, сейчас не знаю, получится . Я и поехал. Бам-бам-бам-бам-бам. Нажимаешь сцепление, такой как будто тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я не знаю, с чем это связано. Едешь первая. Порой бывает видно, порой заметно, порой незаметно. Как будто кардан люфтит. Не знаю, это с чем связано. По поводу расхода. Расход и вправду сейчас здесь зверский, литров, наверное, 18-19. Но у меня есть такие мысли, что это все-таки двигатель проходит обкатку, и действительно, когда двигатель после новый, он действительно жрет много. После первой там замены масла, я интересовался, в принципе, после тысячи километров пробега расход должен упасть. Это мы потом посмотрим. Так, по поводу банков и кредитов. Взяли мы в Совкомбанке под изначально 13,55 при условии гарантированной ставки. Гарантированную ставку, как сотрудник банка мне не донес, она оказывается платная. По истечению всего срока кредитования банк тебе возвращает, делает перерасчет под 7,9% и возвращает какую-то часть кредита твоего. Данная услуга платная, она стоит 40 тысяч, поэтому я от нее отказался. Также я отказался от финансовой защиты. Я изначально ее оформил, потом я отказался от финансовой защиты. Финансовая защита на весь срок где-то обошлась 167, что ли, тысяч. Я от нее отказался, мне за нее вернули деньги. И на данный момент мне пересчитали и процентную ставку под 16,55, с 13,55 по 16,55. Это условие в договоре прописано, и в принципе платеж у меня остался тот же самый, я остался без этого так называемого кэшбэка, но есть одно но. Почему я от этого всего отказался? Когда вы подписываетесь на услугу гарантированная ставка, вам придется оплачивать весь период. И вы можете, грубо говоря, заплатить за это 40 тысяч и 2 года платить исправно, все хорошо. И потом так сложилось, что у вас появились деньги, и вы решили закрыть весь кредит. Вы этого не сможете сделать. Если вы это сделаете, вам автоматически пересчитываются под другой процент, и вы платите и теряете свои 40 тысяч, и, соответственно, будете платить больше. Поэтому, если вы берете автомобиль, мое мнение, нужно либо рассчитывать на то, что вы будете платить весь срок,
И тогда вы можете взять эту гарантированную ставку, заплатить за это 40 тысяч, и в принципе вам еще кэшбэк вернется. Но если вы решили заплатить, ну, платить весь срок, вот, вы можете взять эту гарантированную ставку, вот, и у вас будет кэшбэк. Кэшбэк будет равен вашей страховке. Поэтому ваша страховка, ну, грубо говоря, вы просто подарите 196 тысяч рублей, потому что, по сути, то, что вам вернется, вы уже заплатили за страховку. Вот. Как таковая страховка, я в предыдущем видео говорил, она, в принципе, не нужна. Чтобы получить за нее деньги, нужно это еще доказать. Очень сложно, на самом деле, получить деньги за страховку. Потеря работы. Единственное, говорю, там, да, инвалидность. Но инвалидность, как бы, кто планирует стать инвалидом? Никто. И, соответственно, смерть. После смерти тоже сложно получить. Машина находится в залоге у банка, поэтому, как бы, тут, в принципе, в любой момент банк может забрать автомобиль. При этом мобиль застрахован по КАСКО. Вот. Если с ним что-то случается, КАСКО также восстановит вам автомобиль. Поэтому тут смотрите, да, на самом деле в банке, сидя с брокером, очень сложно доказать и сказать, он уверяет, допустим, что только на таких условиях это обязательно. Если вы ему скажете, что это не обязательно, я этого не хочу, 99% у вас будет отказ. Если, конечно, брокеру, в принципе, по-любому нужно оформить сделку, он, конечно, вам оформит ее без страховки, оформит ее без каких-либо, ну, всяких опций дополнительных, услуг. Вот. Но это сотрудники банка, они зарабатывают на этом деньги. Они так же, как и мы с вами, хотят кушать, и у них также наверняка есть дети, также семья, им кормить надо. И на таких условиях они работают. Поэтому вы можете все это оформить без лишней волокиты. Вам это, во-первых, это все будет быстрее, вы все это оформляете, но знаете, в течение 14 дней вы можете от всего отказаться. Прийти домой, все изучить, посмотреть внимательно. Единственное, на что нужно в договорах обращать внимание, это как изменится, там везде прописывается, как изменится, если вы отказываетесь от страховки. Потому что в Совкомбанке, да, там прописано, что если гарантированная ставка, которая стоит 40 тысяч, она стоит, 40 тысяч, это 13,55. По итогу, по истечению срока она пересчитывается под 7,9. Если, допустим, без гарантированной ставки, но с условием страхования, процентная ставка 14,55, если вы отказываетесь от услуги страхования, процентная ставка становится 16,55. Это все прописано, я все просчитал, и мне стало, как бы, в принципе, я в деньгах не потерял. Но у меня есть шанс заплатить досрочно, потому что я не знаю, как сложится дальше жизнь. Я надеюсь, что появятся какие-то источники дохода дополнительные, и мы все это закроем. Вот. По машине у меня вопросов пока нет. Единственное, говорю, вот то, что я показал, это дверь, то, что стучит во время коробки, когда ты переключаешь с первой, вот, переключаешь и набираешь скорость, грубо говоря, ты набрал скорость и нажимаешь сцепление, чтобы выключить скорость, и получается такой тук-тук-тук-тук, как будто мост начинает люфтить или что там, не знаю. Если кто знает, как бы, может быть, напишет в комментариях, что лучше сделать, стоит ли ехать в сервис. Потому что я планирую ехать на первое ТО, не то, чтобы поменять масло, как бы, я 15 тысяч отъеду, потом буду менять масло, потому что они говорят, вот, надо лучше на 1000 приехать, но это отдать лишнюю десятку я пока не готов, у меня нет денег. Вот, поэтому я заеду, чтобы они мне протянули, посмотрели, что там, объяснили по поводу этой коробки. Вот. И еще у меня, говорю, вопрос к УАЗ-заводам, которые ездят на этих машинах давно. Вот. Эта машина, как понимаете, все знают, да, она для путешествий, для там, рыбалок и тому подобное. Если вы спите в машине и решили завести машину, возможно ли сделать так, чтобы здесь не горел свет? Потому что я не знаю, как это в дороге можно. По дороге ты едешь, решил остановиться возле там, кемпинге. Вот. Завел машину, она заведена, работает. Но вот эти нижние стробоскопы, или как это, дневные ходовые огни, они постоянно горят. Можно ли их как-то отключить, как на других машинах, бам, и фары выключены, просто работает двигатель? Или все-таки это уже здесь нельзя сделать? Вот это у меня единственный вопрос. Вот. Я знаю, что можно полазить в интернете, поискать, но на это времени нету. Вот, и... Да, еще вот у меня вопрос, вот... По поводу этой сидушки, вот не знаю, она болтается, и ремень. Вот. Ну, вот, сел ребенок, пристегнулся.
отстегнулся, и вот ремень обратно не заходит. Вот. Я не знаю, с чем это связано, точнее, я уже знаю, с чем это связано. Это связано, что он закусил его просто. Вот. Слава богу. Ладно, это мелочь. У меня вопрос все-таки вот к этой штуке. У кого так? Вот должна ли она так болтаться? Потому что вот здесь она вот твердо сидит. Вот прям вот жестко. А вот здесь вот как бы вот это меня немножко напрягает. Может как-то там не туда вставлена эта часть. А, да, вот. Нет, все. Все окей. Это мой косяк, я дурак. Точнее, не, я не дурак. Вот, так, в принципе, да. Нормально все. Вот. Сиденье здесь все изрядно нормально работает. Вот дверь только. Дверь. Что с ней случилось, я не знаю. Скорее всего, примерно. Просто замок вот, он работает. Скорее всего, где-то попала вода, вот, и он примерз. Вот. Так, какие еще были вопросы? Напомните. Ну, что, друзья, пока особо больше сказать нечего, потому что я еще никуда не выезжал. В процессе эксплуатации буду постепенно выкладывать видео, что там, что происходило, какие изменения, что-то, что доработал, чем, что устраивает, что не устраивает. Буду это все выкладывать, рассказывать, показывать. Вот. Я очень хочу эту сделать машину очень красивой. Вот. Сделать ее, добавить постепенно все самое необходимое. Вот. Потому что, говорю, я еще раз брал на то, что на что я был способен платить, на что у меня хватало денег. Вот. Конечно, надо оставаться, быть довольным своей машиной, тогда она тебя будет не подводить. В процессе эксплуатации обязательно буду ездить на ТО, буду смотреть, рассказывать, что стоит, что у меня поменяли, какие там косяки вылазят. Потому что, как правило, за первые 3 года эксплуатации у УАЗах, как я читал, начинают все болячки вылазить, и они устраняются путем, как говорится, гарантии. Вот, посмотрим, правда ли это или нет. На данный момент я машиной доволен. Так, и теперь дальше. Сразу не получается все записывать. А еще вопрос был по поводу трейд-ина. Вот, у меня был Ford Transit цельнометаллический 2007 года. Вот, с пробегом 230 тысяч. Вот, я был четвертый владелец, соответственно, мне ПТС заканчивался, ПТС уже был, ну, дубликат. Вот. И поэтому я точно не мог сказать в реальности, какой был у транзита пробег. Вот. Соответственно, забрали у меня его за 200. Вот. Рыночная стоимость транзита была от 250 тысяч, можно было найти, и до 500. Вот. Но на самом деле рынок есть рынок, и там очень сложно выбирать, потому что коммерческий транспорт — это такой транспорт, что нужно реально в нем разбираться, чтобы прийти и купить, знать, какой двигатель, какой у него реальный пробег, вот, какой, ну, кузов там, в принципе, был у меня местами крашеный в двух местах, вот, местами ржавчина была, и там был такой нюанс, что там ВИН находился в таком месте, который прямо под колесом, и он мало сгнил. Вот. Я пытался его продать, соответственно, по рыночной цене. Я выставлял его 450 тысяч, но звонков у меня было за все время, получается, за 3 месяца был один звонок, поэтому я решил все-таки трейд-ин. Вот. И почему трейд-ин? Потому что я очень хитро поступал. Я ездил в разные салоны, я ездил и говорил, что вот у меня, и в один салон я приходил, говорил, вот у меня есть машина, сколько вы мне даете, какие скидки, сколько будет стоить машина, посчитайте мне. Вот. В другой же салон я приходил, вот у меня есть, допустим, 400 тысяч, ну, я планирую, что я продам свою машину, и, соответственно, будет, какая будет скидка. Вот. Ну, скидку предлагали разную, соответственно, когда ты приходишь наличными деньгами, тебе там порядок скидок уже не делают, только делают скидку, если ты берешь там в кредит, вот. Относительно небольшую там скидку делают, да, за счет того, что ты берешь в кредит,
И скидку могут сделать на доп. Оборудование. Доп. Оборудование просто это... Вы, в принципе, можете не брать это в салоне, вот, но когда доп. Оборудование вы устанавливаете в салоне, вы сохраняете за собой гарантию. Если вы покупаете и, соответственно, доп. Оборудование устанавливаете не у дилера официального, вы слетаете с гарантии. Вот. Ну, по крайней мере, неизвестно. Может, я и ошибаюсь. Это первое. Так. И почему я выбрал трейд-ин? Потому что я реально ныкался. Машину как бы брать, коммерческий транспорт сложнее продать, оказывается, чем легковую. Это я для себя понял. Поэтому я пришел, выбрал из трех салонов самое выгодное предложение, где действительно с учетом всех скидок и, соответственно, пусть мою машину забрали за 200, но мне сделали скидку еще, получается, 225 тысяч. Это, ну, плюс доп. Оборудование, ну, то, что 25 тысяч. И вот, ну, в принципе, то на то и вышло. Вот, машину продать сложнее. Конечно, если, допустим, у вас есть деньги, есть энная сумма, вы планируете оставшую часть взять в кредит, конечно, выгоднее приходить с деньгами. Трейд-ин на самом деле, если бы я пришел с 400 тысячами рублей, у меня выгода моя составила бы, ну, порядком 100 тысяч. Вот. Но почему я взял, допустим, до Нового года? Потому что с 1 января цены на авто вырастут за счет повышения НДС. И, соответственно, до скачка цен на авто мы решили приобрести данный у вас Патриот. И еще по какой причине? Потому что мой Ford Transit, он по ходовой части приходил в такое ужасное состояние, что там, когда я ездил на диагностику, мне посчитали только по запчастям, там около на полтос надо было закупаться запчастей на ходовку. Я никогда не думал, что на коммерческий транспорт, на Ford Transit может столько стоить запчасти, там какие-то скобы, там только по десятке они там, ну, реально больших денег стоят. Ну и плюс, соответственно, сама работа, 1010, это, ну, того 1060, ну, пусть хорошо там, может быть, я загнул, конечно, может быть, там 1040 можно было ложиться, вот, но на данный момент у меня не было этих денег, чтобы вкладываться, а ездить надо, двигаться надо, поэтому решил, принял такое решение. И потом, соответственно, машина с каждым годом, она старше, если она не работает, поскольку я на ней не работал, хотя планировал брать ее для работы, она, соответственно, стареет, гниет, убивается и становится хуже, если на машине не ездить. Это я сужу по опыту именно легковых, потому что когда у меня машина стояла, она у меня не ездила, я почти на ней не ездил, и потом, когда я на нее сел и начал заводить, она просто там чихать, плеваться и тому подобное. Когда на машине ты эксплуатируешь, ездишь, она не жалуется. Вот. Появятся еще вопросы, пишите в комментариях, буду отвечать. И опять же говорю, все, что будет происходить с машиной, я буду вам об этом рассказывать. Всем спасибо, всем пока.